плохо бежал. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Пап, я купил ноготь. В идеале, серьезно, я говорю, я 50 тысяч за него отдал. 20 тысяч стоит. Он с пультом. А ты нормально. Вон он, мото-мото. Стой! Мото-мото, скажи, это же ты мне продал телевизор. А убери ногу с телевизора. По акции ты мне продал. Ну нет. Ты продал ему телевизор? Скажи, что ты. Да. Вот, это бронированный телевизор. 60 этажа ему. Сколько ты будешь ронять эти телевизоры? Пап, а? У моего друга Вована точно такой же. Мой Вован. Мой друг. Лучший друг Вован. Вот он, Вован. Вован, скажи, что телевизор у тебя такой же. У тебя такой же телевизор? Нет. Он обманывал. Он зачем ломаешь? У тебя такой же телевизор? Да. Нет. Я вынес, как на тело пошел, на какого-то бедного. Ну ты поймешь, что это? Пап, ты зря нервничаешь, если честно. Сейчас я его помою. Надо его четко засунуть, чтобы качество 8К передавал. Сейчас заработаю. Довесь, сыну, один раз. Чуть-чуть, пару. А? Нет.